Операция оружия на территории Ивановской области завершена. Продолжалась она в течение месяца. За это время инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии проверили порядка 2500 владельцев оружия. В ходе проверок по месту хранения стволов, дома у владельцев, магазинах и охотхозяйствах выявлено свыше 130 нарушений. Порядка 79 единиц оружия изъято. Наиболее часто встречающиеся – это нарушение сроков перерегистрации и неправильное хранение оружия и боеприпасов. Встречались инспекторам и вопиющие случаи. В отношении жителя Палехского района сейчас проводится проверка по факту обнаружения у него 29 патронов боеприпасов к огнестрельному оружию с нарезным стволом. Вот. По результатам проведенной проверки в случае принятия органом дознания решения о возбуждении уголовного дела в отношении данного гражданина ему грозит наказание до 4 лет лишения свободы. Кроме того, зарегистрирован факт незаконной добычи объектов животного мира, да, кабана жителям Верхнеуландикского муниципального района. По данному факту буквально сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция по данному наказанию предусматривает административный штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.